Добрый день. Хозяйство ООО «Рассвет», Щенаковский район, Ростовской области. У нас 8,5 тысяч гектаров земли. Традиционно около 1000 сеем льна, подсолнечника. Сейчас перешли на горчицу. В прошлом году 350 гектаров посеяли, в этом году было 1 350 000. Также интересен рапс. Сеем по нулевой технологии. Мы планируем на пропашные силки купить очиститель рядом. Мы заказали, они сюда не привезли. Отечественные пока. Если они подойдут, будем дальше ими сеять рапс озимый. Если не подойдут, будем, наверное, заказывать импортные. Они дороже стоят намного. Вопрос, да, сейчас стоит по... Стоит ли нам увеличить площади подсолнечника, либо увеличить за счет льна, потому что подсолнечника сейчас в переработке много, заводы забиты. Ну, думаем пока, сколько сеять в этом году подсолнечника, 1000 гектар или 1,5 тысячи. А по затратам на гектар можете сориентировать? Вот про рапс мы уже узнали, 50 тысяч, да? Не меньше. А больной подсолнечник можете сказать? Ну, больной подсолнечник, у меня таких сейчас цифр нету. Ну, по горчице за прошлый год могу сказать, что затраты были порядка 10 тысяч рублей на гектар. Продали, получили мы тонну с гектара, и эту тонну продали за 30 тысяч. То есть мы 20 тысяч на гектар получили. С учетом того, что горчица прекрасный предшественник, меньше мороки, как с рапсом, потому что яровая культура, против... Капустной моли работали биология, прекрасно все сработало. А можно по технологии льна немножко поделиться опытом? Лен, но гербицидная обработка лифосатом, если есть сорняки, либо до всходов, либо до посева, либо до всходов. Сеем по нулевой обработке почвы, без, ну, заделок, конечно, если рекомендуют до 2 сантиметров, тоже культура мелкая, ну, нам приходится сеять сантиметров 3-4, потому что, чтобы семена не попали в растительные остатки. Пусть лучше, немножко лучше, пусть он будет дольше всходить, но сеем глубже. В дальнейшем работаем в основном препаратами фирмы «Август», ЦПА, вид, ну, фунгицидные обработки не делаем, инсектицидные делаем по необходимости. Это либо фосфорганика, либо перитроиды против обложки листьев. А секатор не применяете? Лифосатом работали до последнего момента. Он уже по всходу секатор нет, да? Нет. А против фузариоза чем работаете? Нет, проблем даже нет. Это сухого, да? Есть, ребята жалуются, когда бложка крестоцветная повреждает сходы, но у нас нет такой проблемы. Единичные мы обработки делаем, но это не наша проблема. Семена не протравливают? Только фунгицидным протравителем. Бункер. Высоски. Ничего сложного, в принципе, технологии нет. Но желательно, конечно, чистые поля, потому что культура небольшая, затенений никакого нету. А... Лен сеем, семена МИН 620-е, да, краснодарские. Классик. Да. Есть там какой-то 620-й улучшенный, тоже его брали. Как будто сейчас импортный появился. Не знаю, мало сказать. Так все-таки протравливает или нет? Да, протравливаем фунгицидным протравителем. Она относится, да? Саша, микрофон. Нет. Типа назов, по-моему, там. Вело работает. Скажите, пожалуйста, а урожайность по льну какую имеете, по какой цене продавали в прошлом году? 17 центнеров примерно урожайность, 16-17. Ну, отдельно поля, ну, там, до 22 центнеров. Прошлый год по урожайности превзошел предыдущий, вот, потому что важно было, или это для вас нормально? Одинаковая урожайность была, примерно, да, 17. Я имею в виду и в 2021 году, и в 2019, и в 2020, все время... Последние два года одинаковая урожайность, 17. Скажите, а вот по урожаю на будущий год, понятно, что посевная только начинается, яровая культура, да, пропашная.
Есть ли у вас уже какой-то интерес со стороны покупателей, переработчиков, может, заключают контракты заранее? Не знаю, я этим вопросом, честно говоря, не занимаюсь. Еще одна очень важная особенность при выращивании льна, которую я не сказал, нужно дождаться полностью высыхания соломины, потому что будут проблемы, во-первых, при уборке, если не до конца высох стебель льна. И в дальнейшем, когда будут сеять, будет очень много проблем с забиванием сеялки, с прорезанием этой пакли растительных остатков льна. А не разреживаете их по, там же обычно противоречие играть, чтобы не делать? Все равно наматывают. Особенно... А диссекацию не делаете? Делаем для высотом работаем. Ну тогда вот высыхать нормально. Фасадом есть одна проблема, он очень дорого стоит. Что делать? Что теперь делать? А сейчас все очень дорого стоит. После льна у вас тоже прямой посев делать? Да, все, особенно все культуры. А что потом наматывать? Или у вас дисковые сеялки? Монодиск. Обычно, наверное, это лучше прижить. Монодиск. Ну, пойму, иногда мы сеем двухдисковыми сеялками. Семята у нас остались 5-метровая и Джерарди Силка 262. Наматывать? Да, там проблема поменьше. Наматывать? Джанирские силки, которые у нас есть, 4 штуки, 10-метровая, 1980, там, в принципе, проблем меньше, а вот где монолит, да, там проблема больше. 1890? Да, 1890. Семен Викторович, спасибо вам большое.